высказать подобное неуважение. Ой, нет, мы толкнули принцессу. Давай скорее, надо бежать. С людьми на ярмарке шутки плохи. Это неприлично. Слуги! Как смеют какие-то головорезы приближаться к приличным дамам? Следует доложить королю. Ваше Величество, меня жутко напугали двое кошмарных бродяг. О, говоришь, двое жутких бродяг? Вечно ты в передряги попадаешь. Боюсь, в королевстве становится небезопасно. С дороги, братья! Волноваться не о чем. Привет. Это они, милорд. Не переживай так, крошка. Королевству ничего не угрожает с такими охранниками, как у меня. Уверен, наш почетный гость со мной согласен. Я ведь прав, жутик? Как мы накажем злоумышленников? Ты что, принцесса, забыла, как мы приветствуем посетителей королевства? Ах, да, волшебный трюк. Какой такой трюк? Волшебный трюк. В рукаве ничего нет? О, значит так. Надеюсь, вы, парни, готовы к представлению. Вы что, забыли? Вы должны служить мне верой и правдой. Ведь я благородный и праведный король Замбоза. Господь всего, на что падает свет здесь, в королевстве Замбозелот. Не слабо, согласитесь. Дешевыми фокусами ты меня не впечатлишь, шут. Суровый зритель. Ладно. О, милорд, что прикажете, мы к вашим услугам. Придумал! С этой минуты вы будете моими камердинерами. Но, король, мне тоже нужны камердинеры. О, неужели? Не забывай, кто здесь главный. Чудовищная несправедливость. О, как это нечестно. Как может благородная леди поддерживать свой статус, почти не имея слуг? Никто не понимает, как я страдаю. Что? Что это за одежда? Я где, в лесу? Но как? Мы же были в развалюхе. Бен, дедушка? О, что ж, ладно, сейчас я разберусь. Но сначала избавлюсь от глупых оборок. Первая задача – найти моих родных. Дедушка? Максимус хочет свининки. Девчонка спугнула свинью. Значит, Максимус съест девчонку. Ладно, смешная шутка, дедушка. Принцесса, король ожидает вас. Немедленно возвращайтесь. Что вы делаете в лесу с этим дикарем? Бен, кто ты теперь? Лес принадлежит Максимусу. Прекрасно, давно пора тебя проучить. Ты признаешь поражение, пес? Максимус самый главный! Мне надоели эти игры! Пошел прочь отсюда! Это на мне волчья шкура? Гвен, что происходит? Дело в отражении! Что это значит? Бен, что же ты... Он должен увидеть свое отражение! Ясно. Теперь это моя задача номер один. Ладно, Бен, просто успокойся и... Осторожно, Гвен! Бен! Лучше бы ты убежал, поджав хвост, пока у тебя был шанс! Стой! Нет! Не смей вредить этому... животному! Тебе велит принцесса! Он ведь сказал, что я принцесса, так? Заняли сторону дикаря против рыцаря-короля, предательница! Так тому и быть! Великий правитель лично решит вашу судьбу! Но, Бен, погоди! Разве так обращаются с родственниками? Ты мне в родню не набивайся, животное! Надеюсь, вы не планируете сопротивляться.